Всем здравствуйте, это прогноз погоды на вторник, 18 апреля. На территории Кировской области ожидается переменная облачность. В некоторых районах возможен небольшой дождь. В Кирсе днем обещают плюс 11 градусов, в Вятских Полянах и Нолинске плюс 12, в Лузе плюс 9, в Яранске и Котельниче плюс 14, в Слободском и Уржуме плюс 13 градусов. В Кирове во вторник обещают облачную с прояснениями погоду, плюс 13, плюс 14 градусов днем, плюс 2, плюс 4 ночью. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 28%. Ветер юго-восточный до 2,5 метров в секунду. Световодень продлится 14 часов 37 минут. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на вторник, 18 апреля.